Здоровенькие булы, граждане, гражданки, с вами я, Маритурус, а вы у меня на канале и смотрите мои видосы, и это рубрика «Грёбаный ЛБЗ», и я, в общем-то, зашел на свой канал и увидел, что не хватает у меня, в общем-то, в моем листе, видеолисте, так скажем, подборки, не хватает полностью всех ЛБЗ на ПТ на первый уровень, то есть на штуку четвертого. Вот, и поэтому решил-ка, а дай-ка я запишу еще пару видосов, поскольку, ну, все-таки, как бы, есть же моменты такие, которые можно здесь сделать, это ЛБЗ, и это ЛБЗ под названием, да-да, сейчас, подождите, сейчас я сведусь, выстрелю, наверняка попаду. Да, именно попадал он, так что ништяк, в общем-то, нормально. Итак, ой, да опять противник, ну никак не дают, в общем-то, мне сосредоточиться. Выстрел, конечно же, попадание. Так, да, кстати, а вот я и выполнил, в общем-то, основные условия ЛБЗ. Ну, почти выполнил. А что же нужно было сделать? Да, кстати, называется оно «Удачная охота». Это, на, в общем-то, ЛБЗ на ПТ номер 3. Нанести урон по не менее двум машинам противника, победить в бою. Ну и чтобы выполнить дополнительные условия, нужно, короче, выжить. И вот именно этого видоса у меня почему-то, в общем-то, на канале не было. Поэтому смотрите. Это у нас карта под названием Эль Халуф. Господи, как я забываю постоянно название всех этих карт. Это Мардер 38Т, ну, я так понимаю, то ли это 38 тонн, то ли... Нет, скорее всего, это не 38 тонн, это, в общем-то, я так понимаю, когда фашики захватили множество машинок чехословацких, они, в общем-то, некоторые машинёшки превратили в свои. Поэтому вот это вот орудие, кстати говоря, это стоковое орудие, и, в общем-то, неплохо, достаточно неплохо на нем заходит. Ведь это, если вы помните, четвертый уровень, то есть самый низкий уровень, на котором вообще возможно прохождение этого ЛБЗ. И этот Мардер, он реально жгет, потому что у него очень большое такое расхождение, в общем-то, орудия, и поэтому он очень и очень может нехило задавать тон всей игре. Особенно, когда он попадает вот так вот, в общем-то, в топ списка. Так, ну что, будет еще где-нибудь фраг? Кстати, да, пока еще нет фрагов. Ну, в общем-то, ЛБЗ это вообще очень-очень изи, поэтому берите все Мардер 38Т, и будет вам счастье, потому что это самая, говорю еще раз, самая низкая машинешка, на которой можно выполнить. И это, я считаю, что одна из самых лучших ПТ, в общем-то, в этой игре. Ну, если кто видел все мои выполнение ЛБЗ на штуку четвертого, то я думаю, что вы видели, что, в принципе, практически все ЛБЗ, ну, кроме, может быть, только на ПТ-15, где нужно 3000 надолбить, в принципе, изи можно выполнить на этом ПТ-шке. Если очень сильно поднапречься, то можно пройти, конечно, и же и 15 ЛБЗ, то есть сделать 3000 на этой машинке, но это очень сложно, поскольку вы попадаете, как правило, в общем-то, в такие командные, ну, в такие бои, где общее, в общем-то, общее ХП команд не превышает 4000, поэтому 3000 набить, ну, это практически нужно уничтожить про все и вся. Даже не то, что набить все 15 фрагов, ну, конечно же, нет, но набить очень-очень много фрагов, а кроме того, навалять просто гигантское количество дамажки. Если ваша команда вот играет вот так вот замечательно, как в этом бою, то вы просто не успеете сделать это, потому что у меня, посмотрите, всего лишь 3000, 345, в общем-то, я надамажил, и это, в общем-то, совсем-совсем ни о чем. Можно на этой машине делать и больше. Вот сейчас я, к сожалению, немножечко подочковываю, непонятно почему. Ну что там мне, выжить в бою? Ну да, можно, в принципе, от 127-го так огрести, что и ласты склеить. Но он остается один на один практически со всей нашей командой. И я, вооружившись саблей, саблей наголо, шашки, в общем-то, вперед, спешу на него, стреляю и, ну, конечно же, промахиваюсь. Потому что я зачем я выстрелил, вообще непонятно. Так, ну давай быстрее, может быть. Нет, 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 не успеваю, но тем не менее, три раза я попал по противнику. 345 по домашке. В общем-то, ни о чем, но тем не менее, ЛБЗ выполнен, потому что победили в бою, победили. Выжил я, естественно, выжил. Я вообще даже ни одного ХП не потерял. Поэтому берите Мардер 38 и вперед. Пусть сопутствует вам удача при прохождении всех этих гребаных ЛБЗ. Ну, тем более еще на штуку четвертого. Так что всем удачи, всем пока и до встречи.